Необходимость заменить кровлю в детском дошкольном учреждении назрела давно. Крыша протекала, из-за чего приходила в негодность внутренняя отделка. Строительные материалы приобрели на средства муниципального бюджета. Часть расходов взял на себя депутат Госдумы Иван Демченко. Ремонт длился 3 месяца. Все основные работы уже завершены. Завершение работ по ремонту и подписание актов выполненных работ планируется на начало июля. Ремонт был начат 10 апреля этого года и проводился на всех 4 литерах детского сада.